Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Носители имени, которые не связывают свою жизнь с бизнесом или торговлей, обычно достаточно неплохо распоряжаются деньгами. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Если носители этого имени родились добрыми и отзывчивыми, такими останутся на всю жизнь, как бы ни била их судьба. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Эти люди умеют организовать других людей. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Характеристики и качества владельца имени усиливаются, если эти люди родились в так называемом периоде числа 5, то есть с 21 мая по 20-27 июня и с 21 августа по 20-27 сентября – самые влиятельные дни Меркурия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.